Добрий вечір, в ефірі телекомпанії СТВ, як завжди в цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник, і сьогодні це Артем Свистун, директор-художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Артем Александрович, рада приветствовать вас в нашей студии. И, в общем-то, так случилось, что после начала пандемии коронавируса COVID-19 и связанной, собственно, с этим карантинными ограничениями, вы впервые у нас в студии. И на самом деле мы понимаем, что, собственно, если карантин по ком-то очень сильно и ударил, то это вот непосредственно по культуре, по учреждениям культуры, по работникам культуры. Поэтому, собственно, как театр пережил, это непросто. Спасибо за приглашение, и очень приятно, что вы освещаете наши события, которые проходят в театре. Ну, я думаю, что выражу такое слова не только нашего конкретного театра драмы, а вообще проблемы всей Украины театра, потому что большинство театров многих до сих пор еще даже не приступили, не начали работать. Многие театры вышли из карантина и ушли на самоизоляцию. И этот процесс продолжается, очень сложный, очень творчески сложный, потому что когда выходит из строя актер, выходит цеха, это очень сложно потом опять запустить. Насколько я знаю, что все учреждения, городские учреждения культуры тоже сейчас стоят вот на отдаленной, дистанционной работе. А для театра, как это живого организма, потому что это происходит, когда в середине марта резко мы все пошли на самоизоляцию, ну где-то 2 недели, там последующий месяц там мы начали онлайн репетиции, онлайн работы, но зритель, который поддерживался, да, подпитывался, отсутствие зрителя — это невозможно театр, потому что какие бы мы онлайн фестивали, онлайн показы, не спектакли не работали, невозможно без живого контакта со зрителем. И мы сейчас ощущаем последствия карантина, потому что мы вышли летом, частично начали отдавать долги, которые были проданы билеты в марте, в апреле месяце. За счет летнего дворика у нас прошел летний театральный сезон. Но зритель, многие боится идти в залы, идти, где скопление народа. И это ощущается. Ощущается по кассе, ощущается по текущим вопросам. Народ боится, боится приходить на какие-либо мероприятия, но на сегодняшний момент у нас 50% загрузка зала. Это по нормам, по законам, с дистанцией, с соблюдением социальных норм, с скринингом, с дезинфекцией, с обязательным ношением маски. Ну, маска с театром связана более, но хотелось бы, чтобы это было в других аспектах. Вот. Но театр работает полноценно, и, как говорится, планы никто не отменил, никаких отмен фактов, потому что это формирование бюджета театра, это формирование деятельности театра, основные показатели академического театра. Это во многом влияет и последующим на заработную плату. Поэтому коллектив, находясь на карантине, они активнее работали. Мы подтянули, как говорят, какие-то ремонтные работы произвели, прошли онлайн-репетиции. Мы выпустили два премьерных спектакля на малую сцену, и на основную сцену. И летом мы приняли участие в фестивале «Молоко». Мы показали уже 2 премьеры в этом году в посткарантинный период. Это «Неда нежданно колыпы вертается дождь», лауреат фестиваля «Молоко» в этом году. И «Принц и Роза» для наших юных зрителей к юбилею «Экзюпери». Мы создали эту премьеру. Константин Гроссман, режиссер нашего театра, создали этот спектакль. И осенью уже мы порадовали 2 премьерами на малой и на камерной сцене. На камерной сцене мы открыли театральный сезон творческой встречи «Мистецька душа» памяти корифейки украинского театра Ефросинии Зарницкой. Она с нашего края, и юбилейные даты идут. Мы пригласили искусствоведа, автора книги Кинзерскую из Киева. Она приехала и презентовала свою книгу. И по этой книге мы сделали литературно-музыкальную композицию, которую мы надеемся показать и в Первомайске в следующем году, если найдется возможность. И она происходит активно, интерактивно в музее театр, который мы открыли в мае этого года. Это такая новая локация в нашем театре, где можно проводить презентации книг, литературное объединение, литературные вечера. Это вечера памяти людей, актеров, режиссеров, литераторов, драматургов, которые были. И это новая возможность проникнуться к театральному искусству. Понятно, что сейчас многие и актеры ощущают, и зритель, когда ощущение полупустого зала, потому что с дистанции социальные, 2 человека сидят, 2 человека свободного места за свободной, да, вот эта дистанция, ощущение вот какое-то непонятное ощущение,
ощущение для актера и для зрителя. Но очень было приятно, когда 3 июня мы отработали первый спектакль на большой сцене, и актер соскучился за зрителем, потому что это было живое слово, и зритель, который каждую сцену, каждую реплику реагировал эмоции зала, потому что действительно искусство театра уничтожить невозможно. Да? Ну, вышли театры на улицу. Тысячи лет? Конечно. Мы вышли на улицу, мы вышли работать на открытой площадке, мы начали искать новые формы, мы провели новый проект фестиваля, организованный вот под открытым небом в нашем городище Дикий Сад. Ну, много проектов, которые хорошо, мы создавали. Фестиваль «Молоко». Ну, я не знаю, такое, учитывая то, что вы говорите, что даже не все театры в Украине сегодня вышли, ну, вообще, собственно, из карантина. Да, да. Провести фестиваль. Ну, достаточно смело было. Ну, это было рискованно. Понятно, что это начало июля. Это только вот первые разрешенные работы в помещениях. Фестиваль «Молоко» уже существует 13-й год. Да, и он проходил в Одессе. И в Одессе там еще более карантинные ограничения. И есть Миша Журавель. Это директор Одесского культурного центра, который директор этого фестиваля и основатель этого проекта. И в прошлом году мы почувствовали, что когда проходит фестиваль на два региона, да, и вот Одесса, Николаев, это и экономически выгодно, потому что меньше идут расходов по проживанию, по питанию, возможности, да, трансфера, но охватывается субрегион, да, Одесская, Николаевская область, если еще подключится Херсонская область. Это очень удобно для того, чтобы зритель, придя в театры, в центры, в которых, в городах, которые они проживают, могут посмотреть, чем живет сегодняшняя Украина, какие ведутся театральные проекты, какие открытия. Да, это было рискованно в плане ответственности, потому что период заболеваний, роста, ну, жесткие карантинные нормы, жесткая требования по зрителям, по рассадкам, по мероприятиям, которые проходили, возможность приезда Херсонского академического театра имени Кулеша, и мы приняли у них участие под открытым небом на Мельпомене Таврии в Херсоне в этом году. Тоже такая трансформация фестиваля произошла. Это Полтавский академический театр имени Гоголя, и он получил лучший спектакль фестиваля «Полет над гнездом кукушки», который актуальна сейчас пьеса, и их губернатор, глава областной администрации, не выпускал, переживал, как же карантин, регионы. Все говорили, мы зеленая зона, у нас все хорошо, мы находимся в хороших... показатель. Да, да. Вот. Ну и театры, которые приехали, показали социальные проекты. Что было коллективом? Было три дня фестиваль. Было четыре театральных коллектива, которые приняли участие в Николаеве. Они же поехали в Одессу. Не было гипермассовости, да, вот в работах. Но зал вместил 222 места у нас по нормам сегодняшним. Да, были где-то там дистанции дополнительные до 225 человек. Но мы не нарушали нормы. Вот согласно карантинным нормам, требованиям, соблюдением дистанции, фестиваль прошел, и он пользуется спросом, потому что многие горожане уже знают, что фестиваль «Homo Ludens» в октябре проходит, мы знаем, что «Молоко» уже и летом показало, что не все разъезжаются, а это карантинные ограничения, вообще закрыли границы, да, и зритель искал, как же провести летний вечер, как прийти, вот, и театралы хотели искусство, да, прийти в театральный скверик, посмотреть спектакль, посмотреть концерт филармонии или джазовый вечер Орлова или Алексеева. Это прекрасно, что потребность такая есть. Что... Какая обратная связь, что люди говорят? Что пишут? Ну, есть же какая-то... Конечно, идет мониторинг, идет общение, что есть, ну, есть даже такие моменты, что люди хотят приходить на открытую площадку, но боятся идти в закрытые помещения. Даже такие моменты. Это мониторинг идет возвратом билетов, обменом билетов, потому что многие приобретали на детские спектакли, говорили, что мы боимся вести своего ребенка, мы хотим, мы говорим, вот есть летний скверик, где вы можете тоже провести ребенка с соблюдением дистанции, со всеми нормами. Я понимаю опасность и безопасность людей, потому что прежде всего это здоровье, да, здоровье ну, зрителя, здоровье актеров, которые... Оно, с одной стороны, я прошу прощения, как бы вроде такой, ну, в общественном сознании страх такой, страх прям да. Прошел, вот, и это может быть где-то не очень хорошо, но, ну, а с другой стороны, вот, собственно, то, что происходит вот в последнее время, то, что цифры растут, и театр будет тоже, лечить как бы, души, да. Создавать зрителя ощущение, что все хорошо, что можно провести катарсис внутри. «Молоко», давайте, может быть, каким образом, кто поддержал
потому что понимаем, что даже при том, что вы говорите, что, собственно, соседние области, некая кооперация, ну, да, но тем не менее. Проживание, питание, да, стандартные расходы. Но тем не менее. И мы очень признательны и благодарны областной государственной администрации и областному совету управления культуры, национальности и религии областной администрации, которые нашли возможность выделить средства, пусть они небольшие, но для возможности принять коллективы с проживанием, питанием, полиграфическая продукция, которая возможна была для реализации. И я думаю, что отдача произошла, потому что зритель пришел, были проданы билеты, получились определенные доходы, да, для которых покрыли там расходы театра, которые накопились за период карантина. Вот. Но тем не менее этот процесс был актуален, и мы очень признательны людям, которые поддерживают такие проекты, меценатов, которые где-то торговая марка, продукция поддержали тоже для проведения подобных проектов. И фестивали они нужны. И я думаю, что посткарантинный период, к которому мы тоже должны будем готовы, когда люди будут бояться ходить в больших помещениях, ну, понятно, с большим скоплением людей, то при опять же зрителя к спектаклям, к прекрасному общению, это нужно будет еще потом чувствовать эти посткарантинный период. Безусловно, люди, ну, действительно, вот этот страх, он еще будет какое-то еще долгое время. Да, ну, мы еще на самом деле не знаем, когда острая фаза закончится, но и потом вот это вот то, что называется, послевкусие, оно еще будет преследовать. Но мы только на позитив. Но ведь на самом же деле вот эти все онлайн-истории, ну, люди же переключаются, вот, меняется и... Возможно, и к этому тоже как-то придется привыкать. Ну, мы уже привыкли, мы готовы. Вот мы выложили в доступ все спектакли, которые были в архиве у нас театра. Ну, вы же сами понимаете. Ну, я понимаю, что это живое общение, контакт, безусловно, да. Вот, но театр переформатировался. Совершенно другая эмоция. Есть такой процесс застольный период, да, актеры, когда читка пьесы, разбор ролей, этим мы занимались онлайн, режиссер был в Грузии, Каха Гагидзе, да, актеры находились дома, и проходила онлайн читка, работа над пьесами, мы больше посвятили именно детальности, анализу работы, качеству того продукта, который мы будем выходить на площадке. В мае месяце разрешили работать с определенными социальными дистанциями коллектива, вышли на площадки, началось мизансценирование, выгородки, работа на площадках. И потом, когда разрешение было на открытых площадках, мы вышли на открытые площадки. Ну, сейчас готовим основные. 5 сентября. Актеры театра вышли в «Дикий сад». Ну, не знаю, собственно, как оцениваете результат? Ну, в любом случае, это первый проект, который мы планировали. Очень мы спешили, чтобы сделать новую традицию. Ну, я вот даже вот с точки зрения, ну, мы же тоже вот с некой технической атмосферой работаем. Я же понимаю, что это риск уже в той части, что это проблемы со светом, проблемы со звуком. Со всеми. Вы идете на это. А еще больше технологические обеспечения норм, социальных норм для зрителей, дистанции. Ну, это вынужденная атмосфера, которая дала возможность по-новому посмотреть на театральное искусство. Мы сделали как бы новый проект в том, что существует, вы знаете, в Херсонесе проходят фестивали на раскопках, и был проект даже сделать в Ольве, но это территориальное расстояние очень долгое. И сейчас появляются новые туристические магниты, да, вот привлечение зрителя, привлечение определенных посетителей. И вот «Дикий сад» в центре города, раскопки, которые находятся на стадии вот поиска новых работ, почему бы не привлечь зрителя к возможным просторам и особенностям. Да просто, чтобы николаевцы узнали, осмыслили, что это есть. Конечно, здесь. На самом деле многие даже не понимают этого. Мы хотим сделать традиции каждые первые выходные сентября проводить спектакли под открытым небом, античные пьесы, связанные с историей, и возможности вернуться вот к тем истокам театра, когда это проходило на оркестре, когда собирались люди на склоне и устраивали осенние Дионисии. Да, может быть, это тоже как бы возможность привлечь театр. Да, тонкости, сложности, да. Вы понимаете, что драматический театр — это атмосфера. Это атмосфера в помещении, это световое, звуковое обеспечение. Теряются многие приемы режиссера. Мы показали спектакль Жана Кокто «Урок вдовам». Это тоже такая пьеса, происходит в склепе. Атмосферная. Екатерина Богданова, режиссер этого спектакля, она проходит на малой сцене, наш спектакль. Это был определенный эксперимент. Я считаю, что как эксперимент именно этого спектакля на такой площадке, специфическая, потому что там и Кирилл Горбуров приготовил нам черепа, которые раскопки, они
создали атмосферу, и экскурсия, которая была перед началом, зритель, который постоянный и который посещает все наши новые проекты, там «Ночь в театре», «Божоле», «Праздник молодого вина», они говорят: спасибо за новые формы, которые вы нам предоставили. Понятно, что технологически и организовать амфитеатр, да, и сделать более удобные места для зрителя, и обеспечить техническое оснащение, это в перспективе, я думаю, что это, вот как говорится, минуса, которые возможны для организации в следующем и на позитивные стороны. Но то, что пришло 100 человек с определенными дистанциями, несмотря на погодные условия, да, было похолодание в эти дни как раз, и мы не могли переносить, потому что с понедельника Николаев входил в желтую зону, и был запрет на проведение всех массовых уличных мероприятий, мы провели с соблюдением всех дистанций, скрининга, дистанция 1,5 на 1,5, да, зритель находился, ну, под открытым небом, и живописный вид вот Николаева, уникальный наш, возможности, что вот вроде бы мы находимся в центре города, да, на берегу реки, а вот эта атмосфера, даже вот луна, вышедшая из облака, покинула, и вот эта атмосфера спектакля, камерности, фаер-шоу от шоу-балета «Феерия», которое было, знаете, как вишенка на тортике, создало новый интересный продукт, который появился в городе Николаеве – «Осенний театрон». 16 сентября стартовал новый театральный сезон на «Малой сцене». Она будет работать, планируется? Это будет работать «Малая сцена». Там, опять же, все 50% мы убрали лишние стулья, мы поставили с определением всех дистанций норм, потому что форма малой сцены театра, она актуальна и пользуется спросом, и зритель получает. Есть даже у нас появился такой зритель, который только на малую сцену ходит. Вот создание этой интимности, откровенности театра, который существует. Спектакль был давно задуманный, и это в театре как моноспектакль, это всегда очень сложно для актера держать внимание зрителя одному на сцене, для режиссера, который должен подать такие формы, чтобы держать внимание зрителя, и моменты спектакля фестивальности, потому что мы готовили на поездку в Болгарию, у нас фестиваль моноспектаклей планировался в мае этого года, и премьера должна была состояться на Международный театр, День театра, но мы перенесли на осенний период премьеру, и в следующем году имеем приглашение поехать на фестиваль моноспектаклей. Это по мотивам Шмидта, «Понтий Пилат», «Исповедь». Ведь Андрей Карай у нас ведущий артист театра. В этом году мы повысили его категорию мастера сцены, потому что он ведущий актер практически в 50% спектакля нашего театра. Я считаю, что он уже заслуживает звания заслуженного артиста Украины. Он действительно талантливый и вырос. И для него должен был быть вот этот катарсис роли, катарсис жизни перейти в мастерство актера. И это у него получилось. Я думаю, что Сергей Павлюк, это заслуженный деятель искусств Украины, главный режиссер Херсонского академического театра, он такой вот продуктивный режиссер в театрах Украины. Впервые мы столкнулись в этом году на постановке на «Малой сцене». Даже вот этот неоновый свет, лампы, которые вот сегодняшние, да, и ты понимаешь, или это действие психбольницы происходит, или вот эта замкнутость пространства карантина, где человек находится в четырех стенах и не знает, куда ему двигаться. И это определенная исповедь актера, исповедь жизненная о любви к матери, о любви к детям, о жизненных принципах, которые теряются, да, вот эта человечность. Мы становимся, мы бежим куда-то в какие-то, мы забываем об обычных истинах человека, да, вот. И это об этом признан этот спектакль, который вот был открытием на «Малой сцене». В середине сентября провели отбор в молодежную студию театра. Ну, не знаю, сколько молодых людей отобрали, какой возраст, ну и, собственно, по каким критериям отбирали? Там же некий творческий конкурс, конечно, да, надо было, ну, что-то спеть. Да, да. Ну, то есть там же такие как вещи. Как театральная студия. Мы знаем, что в 82-м году была театральная студия, директором был Коваль тогда, художественным руководителем, появилась в стенах русского драматического театра театральная студия. Это определенного рода подготовка будущего театра, потому что приучать молодых людей, это юноши, подростки, девушки от 14 до 18 лет, которые не просто приходят в кружок художественный, самодеятельности, попробует себя в театральном искусстве. Здесь был жесткий отбор, что люди, молодые люди, девушки
выбрали истинно путь в будущем связать свою судьбу с актером театра. Да? Пусть они пойдут актер музыкально-драматического театра, театра кукол, но это вот первые азы профессиональных навыков. Руководитель студии Константин Гроссман, он преподает и в колледже. Ну, то есть, я прошу прощения, были сразу требования, что были какие-то должны быть какие-то навыки монолог, обязательно навыки вокала, базис, какие-то навыки хореографии, да? Да, да, все это базис. Это не просто вот я хочу попробовать себя прийти, а это базисные основы, как вот поступление в театральные колледжи, в театральные вузы. Очень приятно, что в этом году у нас 3 года уже существует студия. Первый выпуск. И 7 ребят, которые выпустились, мы работали летом, дипломный спектакль «Собачья жизнь», где это был их такой большой дебют на большой сцене, они все поступили в театральные вузы. Их с руками и ногами забрали ведущие вузы театральной страны. И я уверен, что пусть даже из 7 человек, вот, да, столица забирает, Харьков, Киев, многие захотят остаться, но хотя бы один человек, который работал в студии театра, вернется в Николаев, где его родители, где он свяжет свою судьбу, он останется в Николаеве, будет работать на сценической площадке родного города. Вот это тот месседж, который мы даем через театральную студию. Сколько сейчас набрали? 14 ребят. И очень много приятно, знаете, как что дальше их ожидает? Вот они отобраны. Тренинги, основа актерского мастерства, основы режиссуры, этюдные методы, постановка голоса, вокальные, основа театроведения, театральная этика, основа, да, то, что вот они работают уже понедельник, среда, суббота. У них жесткий график, четкая дисциплина, потому что очень нужно для актера, да, подготовить. И приятно, что ребята горят. И многие говорят, вот в театре нужны штаны, вот такая фраза среди директоров. Вот приятно, что 6 именно парней, которые хотят связать свою судьбу, они разных типажей, разного характера, они яркие, они хотят в будущем связать свою профессию. И для театра действительно герой-любовник или комический какой-то герой, парень, который придет в театр работать и служить, я думаю, это будет очень приятно. Поступление не только на нашему театру, но и другим театрам страны. Хорошо. Ну, так или иначе, мы касались, собственно, темы планов. Поэтому, может быть, еще немножко о планах ближайших. Ну и то, что до конца года, может быть, будем надеяться, что Николаев не попадет в какие-то более жесткие ограничения карантинные. И, собственно, Николаев справится с этой бедой. И, собственно, в том числе и культурная жизнь будет продолжаться, в том числе на театральных площадках. Очень, да, спасибо. По подмозгах. Поэтому, что в планах? Ну, прежде всего, я хочу пригласить всех горожан. У нас 2 октября мы открываем 87-й театральный сезон. И в городе Николаеве состоится событие. Потому что театр должен всегда удивлять, театр должен быть на острие ножа. И у нас большой международный театральный проект. Многие думают, что Homo Ludens – это фестиваль «Человек играющий». Homo Ludens – «Человек играющий» – это название спектакля. Или «Как погибают тираны». Тимофей Ильевский – это белорусский драматург, главный режиссер Брестского драматического театра, который в свое время в 2000-х годах вот, описывал сюжет, это что-то напоминает «Короля Лира», да, вот в спектакле, предсказал события, которые происходят в Беларуси. Каха Гагидзе, режиссер из Грузии, мы наладили творческие связи, мы пригласили его на постановку, он грузинский режиссер, в свое время он в Грузии поставил эту постановку, сейчас он адаптирует ее под нашу основу, украинская, да, накануне выборов, накануне событий жизненного выбора, да, человека. И Жена Новаковская, это балетмейстер из Польши, которая ставит уникальные номера степа, да, для нашего театра, для драматического театра, пластические такие интересные работы. Ну и наша гордость, наши художник постановщик Елена Рикусова, которая приготовила интересную сценографию, интересные костюмы. Это Лена Лысенко, балетмейстер-постановщик, которая сделала такие яркие пластические номера. Задействована вся труппа театра. Спектакль откроет 87-й театральный сезон 2, 3, 4 октября. Мы надеемся, что дальше нам будет возможность без ограничений в плане ухода на каких-то других зон. Но мы ждем николаевского зрителя. Спектакль «Палитра» очень большая, богатая. У нас пройдет «Ночь в театре» 31 октября по традиции, и будет это необычное такое маскарад с участием уже по традиции перформанса биг-бенда Владимира Алексеева. Это возможность посетить закулисье, посетить интерактивный музей, посмотреть новые площадки. В ноябре месяце запланированы 2 премьеры на малой сцене «Селфи со склерозом» и «Тихая ночь». Это тоже интересные, яркие работы. Ну и на Новый год мы должны удивлять нашего зрителя. Мы понимаем, что хочется отдохнуть. Это «Тетушка на миллион».
«Здравствуйте, ваша тетя». Многие помнят художественный фильм. Это такая будет комедия, новогодний период. И 19 декабря для наших малышей мы покажем новую премьеру сказки. И интересным событием, что благодаря общественной организации Федерации аматорских николаевских театров и фонда глиноземного завода мы выиграли микрогрант, где у нас в театре появится детская комната театральных профессий, где и дети сотрудников театра могут находиться. Это будет маленький театр, комнатка, где будут обучение по театральным профессиям, для того, чтобы, если вот всегда существует проблема, я хочу пойти в театр, но мне не с кем оставить ребенка, бабушки нет, тети нет, дяди нет, и вот такая услуга появится в нашем театре, где можно заранее будет созвониться, договориться и привести ребенка для того, чтобы он во время того, когда родители смотрят спектакль, находился в этой театральной комнате, которая будет, ну там ограниченное место, там будет по записи, но это новая услуга, которая в новом сезоне представит наш театр тоже. Класс. Ну еще, в общем-то, действительно не могу не спросить. Фасад. Фасад. Это очень болезненный вопрос. Какая перспектива? И очень приятно, что вы поднимаете, потому что зрители, всегда проходя в центре города, у нас есть площадь, да, у нас есть подсветка фасадов здания, у нас... Ну да, центр города преображается. Да. А фасад с 15 года началось обрушение, и, к сожалению, происходят дальнейшие работы. Все горожане говорят, ну что, ну, не буду сейчас акцентировать внимание, многие политики, да что ж, там немного денег, нужно просто залепить. Вот ключевая фраза «залепить», вот чтобы не было «залепить». Ну, я думаю, это ошибочный подход. Это ошибочный. И исторически, да, у него есть определенный статус. Памятник и, соответственно, определенные технологии, да, только могут применяться. Вот. Залепить, наверное... А многие горожане, ну, не понимают этого. Поэтому я хочу еще раз акцентировать внимание, что это памятник архитектуры 19 века. Это единственное сохранившееся здание в центре города, которое охраняется законом как охрана культурного наследия. И вот фасадная часть Лягина и Адмиральская находится в таком плачевном состоянии, потому что необходимо вложение большого финансового средства. На сегодняшний момент я могу сказать, что 30 января было выделено 1,5 миллиона гривен на управление капитального строительства УКС, да, для проектно-сметной документации. Инженерная геология, геодезия была проведена. Вот в августе месяце было выездное заседание комиссии, и мы признательны главе областной администрации, областного совета, что на юбилее театра пообещали довести дело до конца, вот полностью сделать капитальные реставрационные работы фасада. И когда была выездная комиссия, охрана культурного наследия, мы посмотрели будущий проект, фирма Южноевропейская строительная компания ООО, которая готовит проектную документацию, и вот сентябрь-октябрь должна быть уже возможность для вложения в бюджет на следующий год, в областной совет. Ну, я знаю, что и мэр обещал помочь для восстановления фасада. Все-таки, ну, был такой эмоциональный. Да, ну, хотелось бы, чтобы это была не только эмоция, а и факт этого действия. Ну, и был разговор о том, что включение в программу «Велике будівництво», да, сохранение памятников архитектурных, культурного наследия. Это большие средства, не только фасадная часть, это утепление, это замена, это основа фундамента, да, который там планируется, плитка, прилегающая территория, подсветка здания, но и сердце театра, потому что у нас в плачевном состоянии находится сцена, отсутствует сценический круг, отсутствует, он находится, но он забитый, оркестровая яма, то в этот проект еще вкладывается капитальный ремонт и сценической площадки, сердце этого театра, который дает и прилегающие, и округлая территория, то, что даст вот сохранить этот памятник будущим поколениям. И проект запланирован 2021-2023 год, вот 3 года для того, чтобы провести капитальную реставрацию фасада здания и сценического комплекса. Ну, будем надеяться, что, собственно, известные обстоятельства не помешают реализации этого проекта, потому что на самом деле он назрел. То, что... Да. Артем Свистун, директор, художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, був нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Дякую вам. До побачення.